3 человек привлекли к ответственности. Заведующая получила выговор. Воспитателя ждет суд. В прокуратуре закончили проверку детского сада номер 67 после жалоб родителей на действия воспитателя. Напомню, впервые история получила огласку еще в ноябре прошлого года. Родители воспитанников жаловались на педагога, которая за малейшую провинность наказывала и даже била детей. Выяснилось, женщина имеет судимость, и на работу ее приняли без соответствующей справки. За нарушение трудового кодекса заведующую привлекли к административной ответственности. На судимого педагога завели уголовное дело. Кроме того, во время проверки были обнаружены и другие нарушения, в основном связанные с питанием детей и чистотой помещений. Органами прокуратуры в деятельности детского сада выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, не соблюдались правила и условия хранения продуктов питания, условия проведения дезинфекции помещений детского сада, установлены несоответствия рациона питания утвержденному меню.